Всем привет! Сегодня поиграем в игрушку под названием Каратель. Пунишер. Вспомним, что да как. Наркопритон у нас. Возле моего дома наркопритон. Надо бы там все почистить, а заодно и пострелять. Вот такая у нас миссия, значит. Убить, что там, начать статистику. Вообще начинаем. Убить главаря наркопритона. 2005 год. Добро пожаловать в Райкерс, мистер Касл. Посмотрите номера. Я детектив Соуп. Это лейтенант Рихтофен. Было чем поразвлечься последнее время, Касл? Сколько ты убил за последние несколько недель? Не уверен. Там было много взрывов. А что ты делал в здании Такаги прошлой ночью? Ну, начнем. Сначала и посмотрим, куда нас ведут останки изуродованных тел. Кстати, тебе назначили адвоката. Давай пока поболтаем. Вернемся на 3 недели назад. Что конкретно ты делал в соседнем наркопритоне? Очевидно, зарабатывая преступным путем. Так сколько, вы говорили, было жертв? Каратель. 3 недели назад. А столб это, по-моему... Нахер пошел с дороги, ублюдок! Нью-Йорк-Сити. Забудьте все, что слышали об этом месте. О новом Нью-Йорке. Адская кухня называется Клинтон. В парке полно туристов. Все это не настоящее. Прямо внизу под нами заждался старый Нью-Йорк. В темноте уже вам ничто не поможет. Ты настолько открыт, что весь мир копается в твоих кишках. Просто от того, что город выдворил чудовищ. Выдворил их в Бруклин и Бронкс. Не думайте, что это место изменилось. Только не в самом сердце. Не там, где оно живет. Не падайте в Нью-Йорке. Никто вас не поймает. Ну вот они эти, нарколыги. Дерьмо в этом городе нужно расшевелить. Эй, детка, что делаешь? А-а-а! Убить? Это научит их. Бесшумно. Эй, ты, каратель! Спасибо, парень! За что? За то, что жизнь мне спас. А, да. Вода. Жизнь спас, точно. Так, а что она у нас как-то? Да вроде нормально. Нет, пожалуйста. Блин, ты убил его. Да, это следующий. Где деньги? Я не знаю. А Берни знала, ты убил его. Значит, тебе в живых тоже незачем оставаться. Чуваков расстреливают вообще как. Смотри, это гребаный каратель. Давай, тащи сюда свою жопу, получишь по ней. Какие они добренькие-то. Сейчас я тут проучу. А есть у меня оружие? Нету. Ну-ка. Я тебя замочу! Эй, что там происходит? Вот дерьмо! Сразу с ними, с наркоманами с этими. Разговор короткий. Хотя можно было там, кстати, ой, допросить. Эй, Моррис, где тебе черти носят? О, черт, ты не Моррис. Допросить. А, ударить, типа. Говори или пожалеешь. Мне нечего гавкать.
ты понтуешь? Ну, говори. Черт, я просто хочу ширнуться. Ну, что в этом такого? Да. Наркоман. Допрос здесь, конечно, интересный. Мышкой нужно шевелить. Лево, право там. О, дробаш. Так, это у нас наев приближать камеру. Расслабься, нам не о чем волноваться. Но если расход в курит, что мы крадем, нам кран... Все. Кто следующий? Так, пистик. Берем. Подними. Ну, дробаш мне больше нравится. Это кто тут такой умный? Хотели они меня. Со спины его. Обманул тебя, чувачок. Ты кто такая? Что можешь сказать? Открой ворота. Не могу. Я вас не знаю. Не могу. Приводи я. Приводи себя в порядок. Поди же там, козел. Двоих. Все, они даже пикнуть не успели. Хотя пикнуть успели. Че это, пистолет у них? О, какой телек, да. Вау, плазма. Крутая плазма. Так, там один сидит, я вижу. Дед Пихто. Дед Мороз. Давай. Тебе конец, каратель. Ну это мы еще посмотрим. Так, патрончики. В смысле поднять. Что у тебя, Лени? У меня пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, все черви, ничтяк. Нифига, дерьмо. Иди сюда. Да, это самый худший расклад. Чё там в натуре не фартишь? Я тебя пожрать! Готов. Жарить можно даже маленькую рыбку. Жарить даже можно маленькую рыбку. Вот так вот. Так, а что тут можно открыть-то? Не открывается, кстати. А там еще патрончики можно поднять. Не, у меня по максимуму, видимо. Нам сюда. Сейчас здесь что-то будет. Поздно платить, червяк. И все, иди лафт. Ох, каратель, слава богу. Да, слава богу, я пришел. Это отсюда они скидывали, по-моему, чуваков? Нет. Нет, низковато там было, с той стороны повыше. Стул, не мешайся. Бита. Где наркоту спрятал? Вставай. Нет, убирайся, оставь меня. Эй, это тот чувак, кончатель. Он доел мне. Блин, чувак, не убивай меня, я ничего не сделал. Ну ладно, не буду тебя убивать. Ты сраный наркоман. Это болезнь, я не виноват. Это болезнь. Точно, это болезнь. Ты хотел меня выстрелить? Гад такой. Тут ничего нет. Сколько у меня жизни вообще? Не ясно. Тони, не
убивай его! Берегись! Тихие ружья, плохая пара. Да, это точно. Ну, как раз вовремя. Заходи. Ты кто такая? Ты мне не нужна. Мне нужны бандюки. Где? Ух ты, чувак! Меня так плющит, что я вижу здоровенных перцев в плащах. Я его тоже вижу. Походу, он настоящий. Надо спрятаться, чувак! Прячься. Пока я здесь. Вот их штырит-то. Тебе пиздец! Убежал. Хотел убежать. Это он? Полный отстой. Да я попасть не могу. Так, не отсюда ли они отскидывали? Нет, не отсюда. Подальше. О, может здесь пройти, кстати. Ты еще не сдох? Нет. Ты видел Мурло, карателя? Ларри, он тебе... Ну, еще нужно сделать. Сейчас мы вокруг обойдем. А что это? А я вокруг обойду. Ну, значит, туда только проход тот. Это я. Ты кто? Он от нас уйдет. Далеко, не достану. Да хорош, прикройся! Тут кого-то они прикончили. Чё тут спрятался? Дерьмово ими быть. Это что у вас тут? Патрончики, отлично. Наверх. Нам сюда наверх получается сейчас лезть куда-нибудь туда. Ну да. Подняться наверх. Я вокруг здания, получается, все прошел. Кто там? Тебя обоих не спасти! В смысле? Я же обоих убил. Какие вы гады. Да я ну вас. Ты кто? Она что-то подлагивает. А что не открывается-то? Ну что-то подлагивает иногда бывает. Ну это, наверное, из-за этого ОБС. Закрыто. Перезарядик. Тебе конец, каратель. Это был глава, что ли? Или нет? А, вон он, глава-то. Назад, я тебя не боюсь. Подожди, я сдаюсь. Я в плен не беру. Это был наркобарон. А, нет, сбежал. Нью-Йорк никогда не меняется. Никто не поддержит тебя, если ты упал. Любимое оружие, дробовик. Бронзовая медаль, новые идеи. Не получилось. Квартирах. Квартиру давай.
продолжим. Мясные лавки у нас следующая миссия. Мясные лавки — это прикрытие для разного рода нелегальщины. Вот это меня особенно интересует. Машина, которая попыталась меня сбить, зарегистрирована по этому адресу. Так, у нас выяснили, кто управляет автомастерской. Уйти живым из автомастерской. Ну давай. Оружие, я думаю, найдем там. Итак, 70 с лишним трупов, куча разбитых окон и здания, которое теперь годится только под снос. Я бы сказал, трагедия эпических масштабов. А для вас просто приятный вечер в офисе. Потом вы идете домой, довольны собой, и тут какие-то ублюдки пытаются вас бить. Некоторые не научились уважать человеческую жизнь. Вы запомнили номера АСМ-129, но в полицию не сообщали. Они даже убийц не ловят. Не то, что плохих водителей. Но ведь кто-то помог вам отследить номера машины? Итак, вы выяснили, что машина зарегистрирована на автомастерскую на 96-й улице? Это была автомастерская, в которой занимались краденными машинами. Должен заметить, что адвокаты собственника опровергают это обвинение. Хотя сам собственник среди живых больше не числится. Вот так вот. Собственника убили, машину забрали. В Нью-Йорке угоняют 100 машин в день. Большинство из них разбирают за 30 минут в автосервисах. Запчасти невозможно отследить. Их продают во все мастерские. Грязное дело. Им заправляют подонки. Хуже всех автограбители. Прошлой ночью женщину вытащили из красного кабриолета и пристрелили. Поэтому я слежу за автосервисами, особенно за этим. Я обнаружил это место по номерам машины, которая чуть меня не сбила. И подумал, почему бы не зайти? Почему не зайти? Давай зайдем. А, зашел он. Понятно. Заехал. Угонщики, я в автомастерские всегда вместе, как полицейские япончики. Пока. Вы что, офигели? Кто следующий? Дубинками кидается у меня. Биты, что мне их надо бить всех. Это ты! О, давай. Давай позырим, что у тебя? Ты кто такой? Коктейль молотого, наверное, делать. Сдохни, мразь! Не готов. Ничего нет интересного. Наверх. Еще вот тут интересненько. Компьютер. Можете взломать. О, шкафчик. Патроны. Так, ты мне не нужна. Наверх туда. По лестнице. Кусок дерьма. Где моя газировка? Ну хотел мне телеком кинуть. Ну гады, телеками кидаются, и не только. Серьезное место. Много целей, много пуль. Давай посмотрим, что у тебя. Ну что, не сбивать, я автомотор сбить думал сейчас.
Чувак не знает, как перезарядить. Нужно перезарядиться. Ты задолбал кидаться. Кидаются в меня гады. Это главарь, по-моему, с ним был, да? Какой-то чурбанидзе. Угон машин — мелкий бизнес для Ньючи. Здесь должно быть что-то еще. Гоги какой-то. Итальяшка, наверное. О, я взял какое-то новое оружие. Что здесь такое у вас? А, это дальше. Стреляй давай! Еще один итальяшка. Что-то у вас еще есть интересненького. Ну, не застревай. Туда. Что-то медленно открывать. Он здесь. Да, я здесь. Здесь он самый. Что здесь такое вот надо сделать? Вот эти, которые сдаются, их, наверное, можно арестовывать или что-нибудь типа того. А там вон те двери, которые я пропустил вначале, их можно открыть? Да, кстати. Ах, сучка! Нет! Я умру дом! Что это такое у них тут? Там еще одна дверь была, по-моему. Капец их тут. Хоть на улицу какой-то вот так. Нет, я сдаюсь! Ух тут. Коробочка какая-то. Сверх стреляет. А там их обойти, интересно, можно? Так, там еще я, по-моему, одна дверь была, но я думаю, она закрыта, наверное, будет. Половину жизни мне снесли. Сейчас кажется, что зря я сюда бегу. Там еще что-то тут есть, проход. Черт! А, это по кругу. Все, я понял. Это по кругу. А сюда можешь, братья? Как он сюда попал? Блин. Нормально я зашел. Зашел, называется. Их тут вообще тьма тьмущая. Это точно место Ньючи. Чё это такое-то, можно? Не. Непонятная. Фигня какая-то. Всё-таки туда надо идти, да? Здесь быстрее будет. Вроде правильно иду. Давай, стреляй!
Смотри, попадает по мне. Все, бегите сюда! Вот о чем стреляет. Сверху. Да, у меня жизнь сейчас кончится. Ничего себе. Задолбали уже стрелять по мне. Я тебя достану! А чё ты не убиваешь всех? Попасть не могу. Ты смотри, они выпадают сквозь эти перила. А я попал. Кто там стреляет такой меткий? Я тебе башку отстрелю, черт карате. Как они сквозь это стреляют-то, я не пойму. У меня жизни вообще нету. Тебе конец, каратель! Вон он стреляет пушкой. Перезаряди. Ну откуда ты там стреляешь? Блин, это он! Вот это-то. Опасно. Отстой! Вон он. Где? Вот он там. Я не вижу. С автомата наверху он. Вот он стоит, гад, с автоматом. Как бы тебя прибить-то? На скалы! Почему по нему попасть не могу? Попади ты по нему как-нибудь. Не могу попасть. Неинтересно так. Этот готов. Убить бы тебя, гада такого. Да иди ты. Дай. Я забежал. Рядышком лёг. Парлёг. Сохранилась она, конечно. Да чё ты убить не ушел? Я в полицию никого не отвожу. Я сразу убиваю на месте. Давай поменяем. Постреляем теперь вот с этого. Эй, никто не причинит тебе вреда! Выходи! Не трогай! М-
мы. Вот тебе! Дерьмо! Дробаш, конечно, круче. Потом выстрел. Потом выстрел. Классный, продрывает. Быстро просто их разрывает. А, я вернулся обратно по кругу. Сюда. Наконец мы трупы! Мы его сразу. Как он иногда стреляет мимо. Давай, мочи его! А я так давай! Попасть еще по ним надо. Но зато с одного выстрела. Кто-то стреляет по мне тут. Угадывай. Достань его! Достань! Куда он спрятался там? Сколько вас тут? Вот эти меня бесят. Готов. Далековато. Попасть не могу. А ну-ка, чернуть с дороги! Давай-ка, включи. Падай. Упал. Дал. Блин, нет, чего вы ждете, стреляйте! Ты чё тут сбегался? Опасен нам по тебе. Где там еще засел один? А, так я их обоих убил уже. Дальше тогда идем. Ну, с этим было легко. Переключаем оружие, другое. Куда ты побежал, дурочка? Эй, это он! Здесь каратель! Она жива. Переключаем дробаш. Блин, а там нету гранатки. Стаю, перезаряжаюсь. Он по мне стреляет, я стою перед ним, перезаряжаюсь. Вот это, конечно, классно, да.
Но... Добавь существительное и глагол, и получишь предложение. Мы думали, ты умер? Я это уже слышал. Ну давай. Ньючи, Дука, зачем они здесь? С чем это связано? Я просто выполняю приказы Бобби, Ньючи. Не трогай меня. Поговорим снаружи. Здесь слишком тесно. Нет, пожалуйста. Застрелить его сейчас все равно. Так, допросить. Расскажи мне о себе, Ньючи, Дука. Я случайно сказал про Бобби? Я ничего о нем не знаю. Я просто с Бобби иногда говорю, вот и все. Бобби мой босс. Он собирает деньги и отдает мне мою долю. Раскололся. А? Что с ним сделать надо? Скажи что-нибудь, если жить хочешь. Я ничего о наркотиках не знаю. Спецзапрос. А его нельзя было убивать? Минус 10. Или можно было? Ну, Е. Это нельзя пустить. Где тут был? А, вот он, слезть. Это слезть. Эй, ты что-нибудь видишь, Томми? Не перезаряди это уже. Такое просто с вами было. Ты неудачник. Кто еще неудачник? Помощь нужна. А ты не так уж крут, каратель. Да, думаешь? Только так, Рубан. А чё бегаешь, если труп? Не убивайте, я с вами подружиться хочу. Я знаю, что ты там. Выходи медленно. Этот кран может пригодиться. Джонни, в той машине каратель не прячется? Сейчас, сам посмотри. Да, я думаю, кто-то этого парня уже накрыл. Готово. Я кончу тебя. Да что ж ты? Что ж ты будешь делать-то? Бегут, бестолковые. Не шути с Ньючи! Как оттуда выйти-то? А, вот. Покажите ему, что такое Ньючи! Этот готов. Не заслужил этого. Но. И стекло разбил еще. Что с этой машиной сделать-то, не помню.
А, вон оно что. Карло Дука был всего лишь маленькой пиявкой в пруду Ньючи. Но крах этого дела сильно повредит финансам Ньючи. И окончательно взбесит Ма. В общем, вечер удался. А, это я откуда на машине заехал-то? Все понятно. То есть мы прошли. В квартиру. Ну, в общем, такая вот игрушка. Вспомнили. Не знаю, может продолжу играть. Прохождение. На этом все тогда. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. So strong.